О, смотрите, что делаю. Трактор в углу стоит. Наказан. Тележка. Сколько длина? Метр? Метр 10 на 80. А вышину повышена. Вышина по бортам 72 вот от земли. Друзья, всем привет! В общем, смотрите, что сваяли. Тракторок пока стоит в углу. Вот, чтоб не мешался. Так сказать, по-быстренькому. Привез мне человек корпус. Вот. Сейчас он поехал за трубой на ручку. Вот. Она будет как ручная, так и цепляться к трактору. Сейчас все расскажу. Вот пока его нет. Вот как есть, сейчас расскажу. Вот звонит вчера человек. Говорит, сделаю тележку. Вот ширина 80, длина 1,10 м. Говорит, Саня, надо переднюю балку сварить. И вот эти стойки на колеса. Там, говорит, 2 часа работы. Всего-навсего. 2 часа и все. Говорю, ну хорошо, привози. Ну, приехал сейчас, наверное, в 6:30 вечера. Ну, около 7, пока мы тут занесли. До 10, где-то до 11 тут возились. В итоге что было сделано? Ладно этими колесики, ладно эти стойки. Короче, проварил все швы по кругу после сварки электродами. Ну, потому что это капец. Блин, дружище, извини. Но я должен рассказать, как это было. Вот, проварил все швы. С утра сегодня пришел, говорится, свежим глазом посмотрел, не ночью, потому что ну, ночью работать, сами знаете, целый день с ним, а потом вечером еще и здесь. Вот. Снимаю все с первого дубля, потому что вот с минуты на минуту сейчас подъедет. С утра смотрю, рама, она пропеллером. Вот так вот. То есть она была сваренная, я проваривал, она уже была пропеллером. Почему я не посмотрел сразу, я не знаю. По итогу что сегодня? Сегодня пришлось ее практически всю разрезать, снова выставить ее так, как нужно, палец сбил, так, как нужно, чтобы не было вертолета, и заново еще раз все сварить. Представляете? Это 2 часа работы. Вот, планировалось. По итогу что получилось? Борта мы сделали, она с бортами. Вот. Сейчас будет видосик с размерчиками. Мини-тракторная телега. Получается. Вот. Как-то так. Дышла не хватает. Дышла. Осталось только сделать. Ось поворотная передняя. Вот. Ну, она крутится пока 360, но будут ограничители стоять, которые будут фиксировать в нужном положении. Ну, как положено, что там говорить. Вот. Значит, длина 1,10 м, да? 1,10 м. На 80, вышина от низа земли до верха борта 72, до пола, это вот будет фанера лежать, ламинированная, 48,5. Сейчас на данный момент 47. Борта откидываются в три стороны. Вот. Вот. Колею мы не мерили, сейчас померяем. Ради интереса. Кстати, вот колея, мужики, здесь вот на центр, здесь ровно 66, вот, получается. А ширина, соответственно, вот там по краю колеса и здесь 75. Это если что, съемные, кстати. Что-то габаритное перевести, невысоко поднимать, если что-то, да, она не самосвальная. Вопросов нет. Зато самая простая в интернете. Сколько стоит в интернете? Еще такая вот штука из трубы 2 на 2 или 15 на 15? Что, серьезно? Да. Ни хрена. 15 на 15 труба. И вот. Со штамповки. А. Здесь, короче, 20 на 20, 40 на 20. 40 на 40,
толщина стенки 3 мм. Навесы мощнейшие. Тут, я не знаю, тут килограмм 400-500 запросто увезет. Не, реально говорю, потому что я на вот таких колесах, помните, да? Вот на таких даже, на мотоблочных, грузил. Помните, сколько на передок? Мы тогда считали, когда 6 мешков комбикорма загрузил, это 300 килограмм. Они, правда, потом повзрывались. Так это два колеса, 300 килограмм держали. А здесь 4 колеса. Вот. Вот такие вот дела. Так что 300 запросто можно грузить. 4 колеса эти выдержат. Вот, как-то так. В общем, теперь добавилось дышло. Дышло пока вот такое. Здесь гайка 20-я уварена, просверлена 22-й коронкой. Втулочка стоит. Это будет штопориться вот здесь, но не этим болтом. Другой тут спецболт есть, без резьбы. Вот так вот это дело будет штопориться специально. Также есть ограничители. Мужики уварили. Вот они тоже 20-е гайки. До него дышло доходит, до этого ограничителя. И колеса дальше не выворачиваются. Ну, они еще не прикручены, так вставлены. Потому что сейчас будем разбирать. Вот. То есть такая вот тракторная телега получается. Также и в эту сторону. Ограничитель из гайки. Ну, не стали ничего тут лишнего. Они, я их на металломе насобирал. Они какие-то не кондиция, ни туда, ни сюда. Вот. И будет вот так вот теперь кататься. Вот такие вот дела. В общем, сделали вот такой переходничок. Ставится в этот самый, ну, в навеску. Штопорится и все. И уже поворот идет. Здесь подвижная часть. То есть, чтобы немножко, хотя бы немножко отыгрывал. Вот. Также он будет его и толкать смело. Даже вот так, если будет. Все равно, потому что вот здесь вот все оно связано на жесткую. Навеска регулируется гидроцилиндром, выставляется нужная вышина. Вот. Сейчас осталось сделать сюда ручку. Вот она будет либо сюда вставляться, либо туда. Сейчас он звонил уже, подъехал. В общем, давайте сейчас пойду встречу его, сделаем ручку. И уже финальный, так сказать, с бортами поставим, покажу. Дружище, извини, но я должен был рассказать. Вот вчера с 6 до 10 или до 11 мы провошкались. И сегодня я пришел с утра в 6 часов сюда. И вот до сих пор, вот уже 5 часов, и еще мы не обедали. Ни я, ни он. Вот он только поехал за трубой полчаса назад. И сейчас вот пойду его встречать. И еще не закончили. Всего чуть-чуть. Пришлось ее полностью реанимировать, мужики. Полностью. Вот. Как-то так. Просто сердце кровью обливается, когда вот где-то что-то не то пальто. Так, все, ручку доделали, мужики. Вот так вот получается. Ну, вышина произвольная. Длина вот только вот от края до края. 70 сантиметров. А вот сколько она вышла на данный момент, уже не важно. В принципе, вот, взял, можно вручную его потаскать. Вот, прицепу эту тележку. Да? Вот сейчас она на пальце там зафиксирована. Вот его расфиксировал. И его тащишь, она за тобой, как говорится, едет. Это шарнирчик. Вот она вставлена сейчас через вот этот переходничок, адаптер, я не знаю как его, чтобы он не потерялся. Можно его и снять. Все, оно вот, труба в трубу заскакивает. Задача одна, тащить. Можно также толкать запросто. Рулить все это практически вот. Ну, где-то заткнуть надо, мало ли что. Вот. Также можно вот сесть в кузовок и где-нибудь с бугорка вот таким вот образом покажу. Человек сидит рядом, скажет, дурик какой-то. Смотрит. Вот, с бугорка можно вот так вот просто, как, я не знаю, как их называют эти
что на скейтах там гоняют, как их там называют, ну вот, с горок, которые вот гоняют, вот там смотришь, по автомобильным трассам. Вот здесь примерно та же самая система может быть. Ух ты, блин, тормозов нет. Да они нам и не нужны, в принципе. Все. Вот такой вот, мужики, внешний виддон получается. Не зафиксировано еще. Нету фиксатора. Но снимаются все легко. Все, короче, на этом, пожалуй, видос можно закончить. Кому понравилось, обязательно оцениваем. Ну, конечно, да, он еще не обшитый, не крашеный. Еще никакого, как говорится, только скелет. Скелет, который... Ага, скелет, который должен был делаться всего лишь 2 часа. Вот. Но по итогу... О, сутки. Практически, да. Да? Да. Да, ну вчера тоже в 6 часов. Вот. В общем, мужики, всем пока. Как говорится, скоро увидимся.